Вы всем привет! И вы на моем канале в креативке. Овца. Вот, ну как бы логично, я играю не на выживалку. А что, у меня зависает все. Сегодня мы будем строить какую-нибудь деревню. Сейчас мне только нужно найти место, потому что я взошла в какой-то лес. Точнее, я тут заспавнилась. Поляны пока, как бы сказать, мне нужно много места, потому что я хочу построить хорошую маленькую, не очень большую, но мне нужно, конечно же, побольше места, чем тут. Поэтому мне нужно в какую-нибудь пустыню выйти или как-нибудь там, не знаю. Куда мне нужно куда-то выйти? Блин. Тут столько деревьев. Я буду искать 3 дня, 3 ночи. В принципе, думаю, такая пойдет. И что будет деревья рубить? Никто так не запрещал делать. Итак, с чего начать? Конечно же, начать с блоков. Если что, я не знаю, у меня нету оригинального Майнкрафта, поэтому, пожалуйста, может попробовать сделать портал в ад? Ну, можно попробовать на первый раз. На первый раз, думаю, меня присет это. Так, какой там нужен блок? Угольный блок. Нет, мне такой не нужен. Блин. Я забыла, как он там называется. Адские кирпичи. Что это вообще такое? Песок. Душ. Ну, давайте попробуем поставить песок душ. Что это вообще такое? Я недавно установила этот. Еще. Ну, что? А, может его поджечь? Ой, ё-моё. Потушили. Давайте тогда возьмем яйцо и проверим. Вдруг оно там засасывает, не знаю. Создать мух. Кого? Мухомора. Муха-комара. Кто это? Ой! Мухоморная корова какая-то. Мне она не нужна, спасибо. Мне нужен житель. Хте, яйцо с жителем. Быстро дали мне яйцо с жителем. А почему он песок душ называется? Ладно, давайте тогда какой-нибудь другой поставим, проверим, короче, блоки. Ну, к примеру, адские кирпичи. Что это вообще такое? Уйди отсюда, уйди, уйди. Я тебя потом поставлю. Господи, бесит. Убивать его надо. Ну и давайте поджигем. Идеально. Ой, ё-моё. Ой! Тушить, тушить. Тушить, тушить. Тушить. Быстро тушить. И чё? Обычно кирпичи, и чё? То есть они ничего не делают. О, а ты откуда тут? Видимо, с прошлого осталось. Ну, ладно. А мне бы что делать-то? Не удивляйтесь, если слышали, простите, я дома сижу, ну карантин, как бы это логично даже. Ну давайте тогда сделаем, чуть я не могу поставить, бесит, а бесит, кого бесит, когда заедает телефон. Так, мне нужна кровать, чтобы как бы, ну вы поняли, поспать, а то чтобы день был, то как-то. Че, где у меня тут кровать моя? Кроваточка, ставься. Кроватка. Че? Ложимся. Ложимся. И ждем. Ждем, ждем, ждем. Ай, дурацкая реклама. Даже в Майнкрафте есть своя реклама. Зачем?
вернуться к игре. Все, день. У меня без деревьев, поэтому я их убру. Беру сюда. Их тоже не будут против. А вы пока музычку послушайте. Ну, раз я уже начала второе дерево ломать, давайте его так и ломаем. Я все, ребят. Берем кроватку. И заберем кроватку. Итак, что поди... Розовая! Мне сначала показалось, что это свинья. Так, убиваем ее. Ой, я кровать зачем-то ставлю. Ну, стой! Стой, говорю. Сейчас, да я тебя убью уже, наконец. Это, мне кажется, будет надолго. А, нет, не надолго. Где шерсть? Где моя заслуженная шерсть? Вот она, моя шерсть. Ну ладно, допустим. А теперь нужно это все убирать. Берем. Берем и убираем. Я сказала, убираем. Короче, вот, я так понимаю, уже вечер становится. Или мне... Ой, ё-моё, я дерево зачем ломаю? Ну ладно, так, с чего бы начать? Ну, давайте для начала, конечно же, создадим какой-то маленький домик из дерева. Я уже не помню, как они строятся. Ну, как сказать, не помню, я не знаю, я давно уже в Майнкрафт не играла где-то. Я год назад в него играла, сейчас у нас 2020, а я в 2019 играла в него один раз. И то не очень много. Если мне память не изменяет, там пол строится. Уйдите, уйди, травка. Травка-то мне сейчас не нужна. Так, это пол строится. Я не помню, как он строится. Ну ладно, пока я дом строю. Точнее, пытаюсь пол построить дома, я правда не помню. Вот извините, конечно, но я не помню, как он строится. Вот, честно, причестно, не помню. А, блин.
Вот, ребята, мне как-то так еще получается сейчас. Вот. Сейчас будем крышу делать. Ой. Ой, эндерменчик, здоров, 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 ой, прощай. Короче, ребята, вот что у меня пока что получается, но, наверное, я на этом уже буду заканчивать. И всем пока, всем хорошего дня, вечера, ночи. Всех люблю, целую, до свидосикус.